Вообще культура народа берет свое начало со времен кочевников-скотоводов. Подтверждают, это и национальные танцы. Например, вот этот коллектив называется «Алтынай», что в переводе с казахского «золотой жеребенок». За спинами артистов – дом предков, юрта. Местные жители романтично называют его колыбелью жизни кочевников. Именно здесь принято встречать гостей. Уютные стены, украшенные разноцветным текстилем, богатство орнаментов и открытый шинырак, или, как привычнее всем нам, купол. Есть. Это идет чапан, мужской костюм. К нему идет, как бы сказать, шапка-чалпан с пояском. Также он идет. Тоже одевают на праздники Курбан-Байрам, Айт, на Садака, на Той. Вот так одевают. Индира Мусагалиева уже не один десяток лет передает свои знания о родном народе молодежи. Уже несколько лет возглавляет танцевальный коллектив. А для родных она хранительница домашнего очага в большой казахской семье. Индира трижды мама и крайне гостеприимная хозяйка. В их доме родной язык и родная культура передаются из поколения в поколение. Хурметті қонақтар, келіңіздер бізге үйге. Добро пожаловать, дорогие наши гости, в наш дом. Душа семьи Мусагалиевых – бабушка. Она воспитала 11 детей, у нее 19 внуков и уже 14 правнуков. По праздникам они все собираются за большим столом. Бишбармак, айран, талкан, тара и традиционное угощение к чаю – буурсаки. По пятницам мы пекем лепешки, предков чтим, вспоминаем, молитвы читает у нас бабушка. Проводим все праздники мусульманские, ураза-байрам, режем овечку, вот супруг овечек растим, лошадей разводим. Еще одна традиция казахского народа – подарки для гостей. Если вы впервые перешагнули порог дома, то с пустыми руками вы точно не уйдете. Алина Волохова, Владислав Горбунов, Семен Воробьев. Новости дня.